В Ульяновске скоро откроется второй коррекционный детский сад для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями речи. Этот детсад будет обслуживать Заволжье. Первый компенсирующего вида находится на правом берегу. Окончание капремонта в новом дошкольном специализированном образовательном учреждении ждут многие родители особых малышей. Здание этого детского сада на бульваре Львовский пустовало долго. Работа закипела около 2 лет назад. Область и город выделили на это 150 миллионов рублей. Из целого здесь были чуть ли не одни стены. Сейчас в детском саду полностью перекрыта кровля, утепленный оштукатурен фасад здания. Завершают работы по установке оконных конструкций. Идет благоустройство территории и внутренняя отделка садика. До его открытия остались считанные месяцы. Этого дня ждут многие родители. Всей семьей мы, безусловно, ждем открытия. Для нас это очень важно и очень здорово, что открывается детский сад для детей с особенностями в развитии. Для наших ребят очень важно получать профессиональную помощь каждый день. Большой плюс, что это детский сад не вновь построенный. Это будет второй корпус 101-го детского сада. А коллектив 101-го детского сада себя зарекомендовал как настоящих профессионалов этого дела. Этот садик – второй корпус дошкольного образовательного учреждения номер 101. Рассчитан на 180 особенных детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, речи, расстройствами аутистического спектра и задержкой психического развития. Для них здесь будет работать массажный кабинет, центр психологической службы, зал лечебной и адаптивной физкультуры, бассейн и многое другое. Важнее этого могут быть лишь специалисты, которые будут работать в этом детском саду. Вопросом по подбору педагогов мы занимаемся в течение всего времени, как только начали строительные работы производиться. Значит, заключен договор с педагогическим колледжем по вопросу повышения квалификации педагогов, которые в течение прошлого года, 2017-2018 года, мы проводили эти курсы повышения квалификации. Наши специалисты, наши звездочки, и педагоги, психологи, учителя логопеды, учителя дефектологи преподавали в педколледже для педагогов, которые придут к нам на работу. Сейчас многие из обычных педагогов проходят практику в действующем корпусе садика номер 101. В Ульяновске на сегодня действует 33 детских сада, где есть группы коррекции с особенными детьми. Общение с обычными сверстниками помогает им социализироваться. Вот в этом детском саду важность заключается в том, чтобы скорректировать вот те проблемы, которые имеются персонально у каждого ребенка. Понимаете? И поэтому вот в этом саду, конечно, будут дети, которые в этом очень сильно нуждаются. А с такими с легкими какими-то корректирующими моментами у нас дети в основном находятся все вместе. Поскольку в школе-то они потом тоже учатся вместе. Всего в этом детском саду откроется 12 групп компенсирующей направленности. А начнет свою работу садик уже в начале следующего года. Кристина Агафонова, Элла Шахова и Герман Баранов. Вести. Ульяновск.